Всем привет, вы смотрите канал Game Break, с вами я, Владимир, и сегодня у нас обзор набора серии DC Comics по фильму «Бэтмен против Супермена. Перехват Криптонита». Два прикольных наборчика по данному фильму, один с Бэтмобилем, второй с Бэтрангом, и сегодня мы посмотрим именно вот этот вот Бэтмобиль. Предыдущий набор, самый маленький, мы уже с вами смотрели, где Бэтмен против Супермена с этим фонариком. Здесь набор уже более такой интересный. Ну, на самом деле, мне кажется, самый оптимальный набор данной серии. Сейчас я вам постараюсь объяснить, почему. Итак, мы начинаем наш обзор. На коробке набора изображен, соответственно, Бэтмобиль, погрузчик Лекскорпа и значок вот Бэтмен против Супермена. Сзади коробка немножко подпорчена у меня. Сзади функции набора показаны. Каким образом открывается вот эта новая кабина. Она есть вот в этом Бэтмобиле и вот в этом летающем средстве Бэтмена в самолете. Показан Криптонит и написано, что включена книжка комиксов. Сбоку фигурка Бэтмена, новая фигурка Бэтмена в масштабе 1 к 1. Показано, что в набор входят 3 мини-фигурки, сам Бэтмен и 2 сотрудника корпорации LexCorp. В наборе было 2 инструкции, подробно на них останавливать смысла нет. Ну, в первой собирался погрузчик, а во второй инструкции собиралась машинка Бэтмена. Ну, сзади всякой рекламки, как обычно. И был комикс. Комикс давайте полистаем один разочек, потому что в самом маленьком наборе его не было. Ну, а когда будем рассматривать большой набор, мы уже не будем на нем останавливаться. Здесь комикс по первому набору, где Бэтмен против Супермена дерутся. Где, собственно, только 2 фигурки и больше ничего нету по факту. Комикс по второму набору, который мы сейчас с вами смотрим, перехват Криптонита. Так, и по третьему, где битва в воздухе с вертолетом Лекса. Все. И сзади листик с 9 мини-фигурками по данной подсерии «Бэтмен против Супермена». Так, начинаем. Обзор уже непосредственно набора. Набор состоит из автомобиля Бэтмена, Бэтмобиля, вилочного погрузчика корпорации LexCorp, который выгружает Криптонит. Ну, кто смотрел фильм, тот, наверное, помнит этот момент. Ну, плюс-минус он. Не совсем такой, там не было столько ящиков. 2 сотрудника LexCorp и Бэтмен. И начнем наш обзор с мини-фигурок. Сотрудник корпорации LexCorp. Классная прическа, такая бородка. Весьма забавная. Одет в темно-зеленую курточку и коричневые штаны. Темно-зеленая курточка, что у него, что у второй мини-фигурки, они одинаковые. Сзади надпись LexCorp. Логотип этот. Ну, спереди ничего особенного. Бэджик на груди, молния, там, кармашки. Ну, все как надо. Вооружен стандартным уже шутером, но он здесь в виде базуки сделан. То есть, как будто это ракетница. И у него 2 выражения лица. Первое лицо вот такое задумчивое. И второе лицо несколько такое прям агрессивное. Явно добра Бэтмена не желает. Следующая мини-фигурка абсолютно с таким же телом. Отличается только голова другая, прическа другая и ноги черные. Также спереди логотипчик LexCorp на бэджике и сзади надпись LexCorp. У данной фигурки тоже 2 выражения лица. Первое несколько задумчивое, даже можно сказать немного печальное. Ну а второе выражение лица тоже агрессивное, злое. Тоже все эмоции у него написаны. То ли он работу свою не любит, то ли не радуется тем, что с Бэтменом повстречался. И третья мини-фигурка, самая главная, центральная фигурка набора, это Бэтмен с серебряным Бэтрангом. Классная фигурка, немного большие уши, конечно, у него, но ничего, нормально, нормально. Для коллекции сойдет мягкий плащик. Тело двухстороннее, пропечатанное, причем вот на камере это плохо видно, но вот эта бронька у него на груди, на спине, она блестящая, очень классно выглядит. Большой новый значок Бэтмена, двойные ноги, ну точнее из 2 видов пластика сделаны ноги, черный низ и серый верх. В целом такой серый Бэтмен, лицо у него загорелое, явно отдыхал, и также 2 выражения лица. Спокойно и вот несколько злое. Ну, такой вот вполне приличный Бэтмен. Единственное, что он точно такой же, как и в более крупном наборе, поэтому я еще вернусь к этому чуть позже. Но по факту, я думаю, стоит выбирать один из этих 2 наборов. Если нет возможности купить оба, то один из них можно взять и, в принципе, на этом и успокоиться. Давайте теперь посмотрим с вами построечки. Они, ну, действительно классные в этом наборе.
Начнем мы с вами с погрузчика. Не скажу, что прям в нем что-то такое вот очень примечательное, но вполне себе годная моделька. Причем сделано так, что вот задняя часть легко слетает. Сейчас я вам покажу для игры. То есть нажимаю вот на эту заднюю детальку, и она вот отрывается. Если мы посадим внутрь фигурку, то прям будет эпичный вылет фигурки в никуда. Так, сейчас приготовлюсь и... Чё-то я перестарался. Так, сейчас немного пауза. Сейчас я найду фигурки и детали, которые улетели куда-то в комнате. Что-то они у меня так нормально улетели. Данная функция действительно действует на 5 с плюсом, так что, ребята, аккуратнее с этим. Улетает неплохо. Ну да, сажаем сюда фигурку. Так, обычно эта штучка на резинке, но мне, кстати, нравилось, что раньше данная деталь, она была на пружинке. Хотя пружинку, если снимаешь, растягиваешь, она теряется, ломается. Но вот как-то на пружинке оно было более симпатично. На резинке, конечно, так себе. Ну ладно, хоть резинка белая, а не какого-нибудь там непонятного цвета. В целом вот такая вот моделька. Также у нее есть парочка шутеров. Можно стрельнуть. Ну, флик-ракетки. Таким образом они улетают вдаль. Что-то я вот с этой стороны уже куда-то ее потерял. От этой детальки. И что он грузит? Погрузчик и вообще как набор называется? Преследование криптонита. Вот эти три кристаллика. Три камушка криптонита на такой подставочке. Прям хоть в сад сажаю, украшаю. Очень забавно, красиво выглядит, такого кислотного цвета. Вот эти штучки сверху вообще никак не держатся, они болтаются, поэтому тоже не растеряйте их, когда будете играть. Ну, вообще здорово. Также у него угол регулируется, то есть может подъехать, прям взять, поднять. И поехал куда-нибудь там по своим делам. Пока Бэтмен не прибежал. Ну, соответственно, транспорт Бэтмена. Бух, классный. Действительно классная машинка, мне она очень понравилась. Ну, что вот в первый раз, когда она на фотках только-только появилась, вполне такая симпатичная, что сейчас, ну, достойно сделали ее. Выглядит красиво. То есть тут прям вот даже... Ну, есть к чему, конечно, придраться. Можно, вот данные синие детальки торчат тут вообще не в тему. Видите? Они даже на коробке видно, что они торчат. Тут он синий этот пин под колесом. Такие мелочи, конечно, немножко портят впечатление, но в целом очень достойно. Уже начали активно использовать данные детальки, что в брикбанке стали эти щиты делать. Мозаику на полу. Здесь вот из Nexo Knights данный щит черного цвета с наклейкой. Вооружен его транспорт стреляющими шутерами, вот эти передние штуки, они стреляют таким образом. Но самая интересная деталь данного автомобиля — это его стекла. Когда только вышли изображения, было непонятно, что это за стекла такие хитрые, а на самом деле они состоят из двух частей, то есть два стекла открываются, и вот таким вот образом это все выглядит. Но это реально, на мой взгляд, это очень здорово сделано. Мне это очень понравилось. Стеклышко для самоделок и вообще... То есть, я бы сказал, конечно, что ради этого стеклышка стоит купить набор, но это не так. В наборе много всего остального интересного, но эти стекла, они просто крутые. Просто крутые, и тут больше нечего сказать. Минус... А может, это не минус. Нету никаких органов управления. Только по краям две наклейки с кучей всяких... циферблатов, но это, конечно, и есть органы управления, но то, что это сделано тупо наклейками без всякого там какой-либо имитации чего-то, это немножко огорчает. Бэтмен туда вполне себе спокойно помещается, даже плащик можно не мять. И закрывается, и все, и поехал. Можно даже и батаранком туда этот кинуть. Ну, таким образом это все выглядит. Нет, машина действительно здоровская. Нормально все крутится, нормально вертится. Сделано очень интересно. Прям порадовала машинка. И сразу скажу, что данные стеклышки точно такие же, как стекла вот в этом более крупном наборе. Здесь они вот, что Бэтмен такой же, что стеклышки, но здесь интерьер уже более проработан. Но, в принципе, если вам также нужна эта деталь, то достаточно купить вот этот маленький набор с Бэтмобиля. Ну, кстати, вот для сравнения, вот они, как выглядят данные два набора. Два транспорта по величине.
Бэтмобиль, мне кажется, даже лучше вот этой штуки. Так что набор, на мой взгляд, удался на 5. Если бы вот в данном наборе был еще Супермен и была бы еще там Чудо-женщина, то, собственно, все, больше никаких других наборов по Бэтмену и не надо. Поскольку главный автомобиль его есть, Криптонит есть и Бэтмен тоже есть. Но иначе, если бы сюда все эти фигурки положили, никто бы не покупал второй набор. И поэтому Лего вот в очередной раз разбила самые интересные мини-фигурки по двум наборам. И второй набор мы с вами посмотрим совсем скоро в следующем выпуске. На этом я еще раз скажу, что набор мне очень понравился. Я думаю, если вы еще не решили, какой из этих всех наборов купить, трех наборов по новой серии, но очень хочется что-нибудь, то покупать либо самый маленький, либо этот, потому что этот набор просто великолепен. На этом я с вами буду прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, поддержите наш канал, в группу вступайте и, конечно же, приходите к нам в музей, где у нас много всего интересного. До скорой встречи, ребята, всем счастливо и отличных вам самоделок, хорошего настроения, все у меня улетело, до скорой встречи, всем пока. Интересного нету. Давайте сейчас посмотрим набор. В наборе было две инструкции, на каждый домик по одной инструкции. Собирал я его чуть больше 2 часов. Не скажу, что прям сильно устал. Сборка была интересной, набор забавный. Набор состоит из 2 зданий. Здания между собой не соединены. То есть есть, естественно, возможность их соединения. Это похоже на набор торговой улицы. Самый первый или один из первых. Они вот параллельно как-то с кафе на углу вышли. Здесь он тоже состоит из 2 зданий. Они разделяются.